भयं प्रमत्तस्य वनेषु अपि शाद यतः स अस्ते सहसाठ पत्ना जितेन्द्रियस्वात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोति अवध्याम्। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम इज द स्लोगन ऑफ Шрила Прабхупада сказал, парам виджете Шри Кришна Санкиртан, это девиз всех Гауди. Мы Гауди. Это наш единственный девиз. И какой же он? Парам виджете Шри Кришна Санкиртанам. На самом деле, я уже говорил вам, что обязанность Гауди Матха – это показывать вещи такими, какие они есть. То есть, если что-то неправильно, Гауди Матх показывает то, что чем является. Если мы настоящие Гауди, мы всем своим сердцем хотим совершить служение для всех дживатам, то в этом случае мы не должны терять наше терпение. Почему вы теряете ваше терпение? Поскольку у вас есть какие-то желания. Без какой-либо надежды, без причины служения мы хотим совершить какое-то служение для всех этих людей. И в этом случае они могут даже неправильно относиться к нам. Они могут плохо относиться к нам, но так или иначе я не должен терять мы не должны терять наше терпение. Когда бы мы не совершали что-то для того, чтобы освободить обусловленных душ, мы должны делать это служение в виде этих душ в связи с Кришной. Я снова и снова повторяю, если вы не сможете видеть всех живых существ в связи с Кришной, это великая, это большая проблема, это окова для вас. Я уже говорил, что те, кто хотят контролировать это материальное общество, те, кто хотят контролировать этот материальный мир, это для них большая окова. И вот они совершают ошибку, хотя если хотят контролировать других. Шрила Прабхупада говорит, это мой совет вам, не пытайтесь критиковать других. Лучше я скажу вам, пытайтесь контролировать ваши собственные привычки. Пытайтесь контролировать ваши органы чувств, поскольку вы находитесь в океане, в материальном океане страданий. Это проблема. И снова и снова я говорю вам, в баджане первый шаг – это контролировать свои органы чувств и ум. Ум – это одиннадцатое чувство, он самый высший среди всех органов чувств. Если вы не сможете контролировать свой беспокойный ум, вот кто ваш гуру, можете ли вы сказать? Кто ваш гуру? То есть ваш беспокойный ум, он и есть ваш гуру. Ваш гуру не Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж или Шрила Кешав Махарадж. Я не верю. Поскольку ваш гурудев, он это ваш беспокойный ум. Поскольку вы служите вашему материальному уму, вы делаете то, что хочет ум.
Вы не следуете Гуру Вайшнавам правильно. Если вы можете следовать Гуру Вайшнавам правильно, то в вашем баджане будет какой-то конкретный результат, но ваши действия и последствия этих действий, они этого не подтверждают. И вот если вы можете видеть этот материальный мир в связи с Кришной, то у вас не может быть чувства ненависти ни к кому. Это невозможно. Я уже сказал, что дивья вот согласно этой шлоке. О Арджун, те, кто знают, что мое явление, мои деяния, они все духовные, они божественные, они сверхъестественные, они трансцендентные, то они смогут стать успешными. Но это не так просто, это невозможно. И поэтому, если кто-то хочет что-то обсудить насчет детской лилы Кришны, то Шрила Прабхупада был очень строг. Это, конечно, можно обсуждать, но если вы разовьете какое-то материальное видение, это большая опасность для вас. Я также говорил вам, вы можете помнить, что все материальные люди, они привыкли видеть внешнюю форму. То есть, куда бы они ни смотрели, они видят только внешнюю форму объектов, предметов и вещей в этом материальном мире. И это великая опасность для них. Вчера я говорил, если вы всегда заняты, то есть если вы видите только внешние формы, то не проповедуйте, лучше не проповедуйте. Если вы будете проповедовать, то совершите большую ошибку. И в Чайтанье Чайтамрите говорится, что Махапрабху был очень строг. И поэтому Махапрабху сказал, если саньяси или кто-то, находящийся в отреченном укладе жизни, он хочет смотреть на прекрасные формы женщин, то есть его видение, оно основано на концепции плоти и крови, и это большая ошибка. И поэтому сочетание Махапрабху в своем поведении через свою лилу, он является такую лилу, чтобы мы были очень сознательны насчет этого, чтобы были осторожны. И поэтому Джагатананда Пандит также написал. Вот эти строки на бенгале. ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে What does it mean? И что значит эти слова? Джагатананда Пандит, он вечный спутник Гуранги. Он дал нам предупреждение. И каково же это предупреждение? Что если вы хотите развить какие-то отношения с Верховным Господом, с Гуранги, будьте очень осторожны. Вы должны помнить снова и снова о наказании, которое Махапрабху дал Чота Харидасу, маленькому Харидасу. Если вы хотите развить прекрасные, сладкие отношения с Господом Гаурангой, вы должны помнить, что Махапрабху, он дал очень тяжелое наказание Чота Харидасу, маленькому Харидасу. Вы должны помнить это. Если вы забудете, то вы потеряете связь с Гаурангой Махапрабху. Это очень опасно. И что Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать нам? Когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит что-то, внешнее
можно получить какое-то значение его слов. Если более глубоко и глубоко размышлять на его, над его словами под руководством Гуру Вайшнавов, то они извлекут суть из его слов. Если вы запутаетесь в этом, это плохо. И что Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать, что если есть какая-то змея перед вами, если вы увидите какую-то змею, вы убежите с этого места. И таким же образом Шри Чайтанья Махапрабху говорит то же самое, что те, кто хотят пересечь этот материальный мир и достичь того трансцендентного мира лотосных стоп Кришны, они хотят зайти до уровня, на котором находится Кришна, то для них дух наслаждения он полностью запрещен. Мы не можем придерживаться этого духа наслаждения. И в этом отношении я хочу сказать вам о том, я раньше говорил уже, что Шрила Прабхупад говорит, пытайтесь избавиться от какой-либо привязанности или непривязанности в этом материальном мире. Я опять повторяю, у нас не должно быть никакой привязанности, но в ином случае у нас есть какая-то неприязнь, ненависть к каким-то вещам. Это тоже плохо. Мы будем наказаны за это. Почему? Потому что для чистого вайшнава нет ничего в этом материальном мире, чтобы привлекало их. Они не видят ничего привлекательного. И относительно этого я хочу привести вам два примера, как Санатан Гасай, он совершал баджан на берегу Ямуны, и Шива Шанкара Шамбу, он дал наставление одному браману, прекрасному браману. Он был очень беден, этот браман. Он хотел выдать замуж свою дочь, но денег не было. Он жил в Бардамане, здесь недалеко, около меньше 100 километров. Он плакал день и ночь, молился и пошел к Каши Вишванатху молиться Господу, что же делать. Я не могу организовать свадьбу для моей дочери. Это обязанность отца. Но денег у нее не было, у нее даже там не было денег, чтобы просто нормально поесть. И вот я думаю, это согласно моим прошлым деяниям, но что делать, можешь ли ты мне помочь? И вот он так молился, он плакал, предлагал воду. Но Шива, он известен под именем Ашутош, то есть его очень легко удовлетворить, и он явился к нему и сказал, что иди во Вриндаван, там есть один гадач, его зовут Санатан Гасай. Ты можешь идти, он очень, очень богат, он может помочь тебе. И он принял решение отправиться. Во Вриндаван. И встретился с Санатаном. Я пришел к нему и сказал, я пришел к тебе, чтобы получить какое-то богатство, чтобы женить мою дочь. Санатан сказал, что ты говоришь? Единственная собственность, вот каупина есть, и вот горшок для воды, и ничего больше нет. Он сказал, ну, я не знаю, Шанкар Бхагаван сказал мне. И Санатан подумал, что такое Шанкар Бхагаван, сказал, что же делать. Да, я говорю истину, он сказал мне, что иди к Санатане, Санатан очень богат, он может помочь тебе, и поэтому я пришел к тебе. Ну, и он начал думать, что Шиван ложь из вайшнавов, он не может говорить ложь, и он вспомнил. Во Вриндаване он где-то нашел какую-то драгоценность, и он спрятал его в земле, вот там, иди, копай и найдешь там камень. Но он сказал, что камень не нужен ему. Он сказал, нет, этот камень крайне ценен. Ты можешь прикоснуться им к железу, и он, это железо станет золотом, и ты станешь очень богатым.
iron, gold. Then sell, again get money, again touch iron. This thing can become. Так взять какой-то предмет, прикоснуться к нему этим камнем, он станет золотым, золото продаж, будет и деньги, и вот так по кругу. Я не могу прикасаться к нему, но ты иди копай, он там лежит. И вот он пошел копать, и потом он нашел этот камень, он прикоснулся к железу, и это железо стало золотом, и этот браман начал танцевать от радости, и поклонился ему, и пошел назад. И тут он остановился, к нему мысль пришла. Повернулся. Вопрос у него возник. Что если этот философский камень, он настолько ценен, настолько самая ценная вещь в материальном мире, но что же у тебя есть более ценное, что ты забыл про него? Я хочу получить то, что у тебя есть. И он, в общем-то, взял, выкинул этот камень в Ямуну и сказал Санатане, что я хочу иметь то, что у тебя есть, что заставило тебя забыть об этом философском камне. Санатан Госвами никогда не думал об этом камне, он просто забыл про него. И еще один пример. Акбар Ватса, когда он узнал об этом, что есть такой философский камень, который, прикасаясь к железу, обращает его в золото, он пришел со всеми своими спутниками, со всем окружением, они искали в водах Ямуны, чтобы найти этот камень, поскольку он царь, ему нужно золото, но после великих усилий они искали, все его слуги, они там ныряли, щупали все дно, но ничего не нашли. Но когда они уже собрались уходить, они были на какой-то лодке, и якорь этой лодки, он как-то прикоснулся с этим камнем, и когда они подняли якорь, увидели, что якорь стал золотым. И тогда этот Акбар подумал, что нет воли Аллаха на то, чтобы он нашел этот камень. А то, что камень есть, вот доказательство, что якорь стал золотым. И вот однажды одна из жен этого Акбара заболела, и никто из докторов не смог ничего сделать. И ему сказал, что есть некий саду на берегу Ямуны, ты можешь идти к нему, он поможет тебе. Это не Санатан был, а кто-то еще. Если он может благословить, то любая болезнь уйдет. И вот он пошел к тому саду, начал плакать, что вот так и так, и жена моя смертельно больна, что если вы благословите. И этот саду сказал, хорошо, иди, ваша болезнь уйдет, не проблема, я благословляю. И после этого эта болезнь сразу ушла. Понимаете? И Акбар Ватса, у него было так много богатств, столько золота, драгоценных камней, и он предложил это все, много подаяний, богатых пожертвований этому саду. Можешь ли ты принять это? И этот саду даже не ответил. Он даже не смотрел на то, что ему принес этот Акбар. То есть подумайте, какое же богатство может иметь саду, вайшнав, какое же сокровище. И эти два примера, они показывают. И я возвращаюсь к той шлоке, с которой я начал. Что Чайтанья Махапрабху говорит, что если есть какая-то змея, мы начинаем бояться. Хотя мы находимся в таком положении, что мы общаемся с разными людьми, но мы не боимся последствий этого общения. То есть дурное общение,
через него мы можем потерять наш баджан, и мы должны быть очень внимательны. Я уже говорил, что если вы... Вы привыкли смотреть на только внешние формы, то лучше вам не проповедовать, поскольку это будет причиной вашего падения, и люди не тоже из-за вашего несовершенного даршана не смогут получить должное видение. Посмотрите, большинство спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, они все грехасхи. Все, можно сказать, практически все. Но у них есть великая преданность, великая бхакти. Даже Шрила Бхактивинода Тхакур, у него столько детей. Первая жена, она ушла, второй женился. Бхагавати Деви. Так много детей у него было, но все же. Джаганнат доволен им. Почему? Потому что Шрила Бхактивинода Тхакур, он знает технику, как связать все с Кришной, с Верховным Господом. Это самый главный секрет Кришна Бхаджана. Это такая прекрасная техника, с помощью которой... То есть, если вы не знаете ее, то вы не сможете совершать Кришна Бхаджан. Те, кто совершает Кришна Бхаджан, они очень умные, очень разумные. Они настолько разумные. Даже они, если говорят с вами, они могут обмануть вас. Если они найдут, что ваше сердце недостаточно чисто, то есть они могут своими прекрасными словами вас как-то обмануть. Точно, вы очень умны. И вот суть в том, что я уже говорил. Вот эту шлоку. И сейчас я хочу сделать заключение из всего Гаудия Бхаджана. Но сегодня о Санкиртан Ягья, о которой я хотел сказать Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупад, я приведу вам Сиддханту. Прахлад Махарадж, он тоже молится Нарисимха Деву. Everybody like to fly. Все хотят уйти. They like to go to forest, уйти в какой-то лес, совершать какой-то уединенный баджан. Хотят доказать, что мы такие возвышенные преданные. Мы можем совершать уединенный баджан. Они хотят доказать так. И поэтому многие уходят в лес. Но Прахлад Махарадж говорит, что я не настолько глуп, что я могу отправиться в лес. Я не настолько глуп. Я хочу организовать ситуацию таким образом, что все обусловленные души не могут обрести благо. Я уже говорил об этом, что если вы хотите совершать беспричинное служение этим живым, вы не должны терять терпение. Почему вы теряете терпение? Например, кто-то... Например, два... Вот от имени Бхагбаза Гаудия Матха, Гаудия Миссии, двое преданных идут просить подаяние. И в один дом одна пожилая женщина открыла дверь и спрашивает, что надо. И они сказали, мы пришли из Гаудия Миссии. Просить подаяние. И она пошла на кухню, там, в то время еще не было газа, и пепел принесла им, берите. Ты что, смеешься? Мы там с Гауди миссии пришли. Да, и поэтому я вам даю пепел. Но они выкинули и ушли. И сказали Шри Прабхупаде, что вот никогда не случалось, а сегодня случилось. Что мы просили подаяние, и в одном доме одна женщина очень разгневалась, спросила, зачем вы пришли, если мы сказали для бикши, и она разгневалась, пошла, взяла этот пепел, дала нам, но мы его выкинули. А Шрила Прабхупада сказал, зачем выкинули, идите и принесите этот пепел, можно посуду мыть, нужно терпеть, зачем вы так, так нетерпеливы, идите опять, возьмите пепел, и это, эти брамачари пришли спрашивать, они спрашивают, что надо, надо пепла, но они сказали, давай хотя бы пепла, можем эти пепла мыть посуду, а вы сукрити получите, Кришна
Кришна вас благословит. И это даршан гуру Вайшнавов. Это совершенный даршан гуру Вайшнавов. This is the perfect. Many people can insult. Много людей могут оскорбить. You cannot get that kind of treatment in common society. Ну, это плохо к нам относиться. А во времена Шрилы Прабхупады и моего Гуру Махараджи люди были очень гневные, очень такие плохие. И однажды мой Гуру Махарадж, он путешествовал, ехал на поезде, и был очень плохой человек. Он своей рукой прикоснулся к голове Шрилы Гурудева. Он не знает, что Шрила Пури Махарадж, он очень возвышенный вайшнав, это оскорбление. И был севак с Гурудевом, он крикнул мне, что там, облокотился на моего Гурудева. И Гуру Махарадж сказал, что ты гневаешься? Смотри, он свои руки на тебя ложит. Но Шрила Пури Махарадж сказал, он благословляет меня, что ты гневаешься? Ты не должен терять терпение. И то же самое случилось. И однажды случился похожий случай. Один ачарья, такой знаменитый ачарья, в его собственном понимании. И он говорил какую-то ересь по моего Гурудева, но в то время Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж ушел, и большинство иностранцев и всех остальных, они приходили к Шриле Пури Госвами Махараджу, чтобы это как-то помешать этому, этот ачарья говорил всякую ерунду о Шриле Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, спрашивал, зачем вы идете к нему. Но он великий преданный, а он сказал, что это он конечно Адхикари, занимается арчаной и прочим, зачем вы вообще к нему ходите. И вот он сказал это публично, и это многие узнали, и многие начали возмущаться, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он конечно Адхикари, многие стали очень гневаться, мы хотим защитить его честь, и так или иначе, один преданный пришел к моему Гурудеву и сказал, о Гурудев, вот тот Махарадж, кто вот текущий ачарья того матха, он сказал такой о вас, что вы, конечно, атикари. И Гурудев засмеялся, о мой сын, я думал, у меня вообще атикара нет. Ну, по крайней мере, он говорит, что я конечно атикари, и почему вы гневаетесь? То есть я думал, что у него вообще атикара нет. То есть почему же ты гневаешься? И вот такое терпение мы должны иметь, как Шрила Бхакти Такур, наша Гуру Варга. Если вы потеряете ваше терпение, то значит вы совершаете неправильно баджан. Это 100%. Вчера я говорил, какой же признак, согласно которому вы можете понять, что ваш баджан совершенен. If I cannot love you all, then I have no right to come here. То есть, если у меня нет любви ко всем живым существам, то у меня нет права приходить сюда. Then you should not come to me. And there is symptom. То есть, есть признаки. All people used to come to my guru. Все люди приходили к Шриле Пури Госвами Махараджу, они все чувствовали себя очень комфортно с ним. То есть с любой проблемой, с любой болью в сердце они могут прийти к нему. И когда увидят Шрилу Пури Махараджу, вся их боль проходила. Смотрите, вот согласно этой шлоке. Вайшнавы, они настолько чисты, они настолько возвышенные, настолько могущественные. Если просто посмотреть на вайшнава, вы сразу очиститесь. И нет, и внутри вашего сердца не будет никаких негативных реакций. И поэтому я сказал вам снова и снова, что говорит Шрила Прабхупад.
то вы должны пытаться выбраться из этого чувства привязанности и отвращения к этому материальному миру. В этом мире мы чувствуем какую-то привязанность, либо отвращение к чему-то. Все обусловленные души, находящиеся в этом мире, вы можете спросить каждого, кто-то что-то любит, кто-то что-то ненавидит. I don't like to see his face. What? Everywhere Krishna is there. То есть, хотя Кришна пребывает везде, но чтобы защитить ваш баджан, может быть, вы можете кого-то избегать, но оскорблять не нужно. И поэтому относительно аппарат, я говорил, есть четыре вида аппаратов. Different kind of anartha. Различные анартхи. I can discuss after. No, no, today is not. Я позже обсужу это. Сейчас другая тема. Я говорил, есть одна из. If anartha is jensa, you are 100% одна из аппаратов. You cannot do bhajan properly. То есть если у вас это есть, вы не сможете совершать баджан должным образом. То есть по крайней мере вы должны быть смиренны, как травинка. И впоследствии можете достичь того уровня, но не сразу. И вот сначала аппаратхи. Аппаратхи это одна из анартх. Есть четыре, их четыре вида. Вы совершаем оскорбление лотосным стопам Харинама, Кришнанама. Мы совершаем оскорбление Кришна Сварупа, Кришне, оскорбление в адрес Кришны. Один глупец от имени Гаудиматха идет в какое-то место, Миднапури. Миднапур это место, где все люди хотят с вами там спорить. Если они спросят вас, вы не ответите, они разгневаются. Это система такова. И вот, если кто-то идет просить по Дэнни, там спрашивают, зачем приехали, что, зачем, чем занимаетесь. Вот, занимаемся Кришна Баджаном, а Кришну можете показать? Видели ли вы Кришну? И что вы сюда вообще пришли тогда? Подаяние просить его. Если это не ответить на этот вопрос, то нужно сказать, что мы Кришну видели. Но как мы же обманываешь, не можем. Кришну мы не видели. Ну как не видели? Вот Виграху же видели. Виграха это Кришна. Но почему вы говорите, что вы не видели Кришну, поскольку вы, у вас нет веры в Кришну, в его божество Кришны, в Шримурти, когда Сиддханта такова, что Шримурти Кришна, божество Кришны, но есть Кришна, не отличный от него. Regarding Choto Bikura Garo Bikura, this incident you can say. Вот есть случай с большим, со старшим и младшим браманом. Вот на Бенгале. Такая шлока приводится, что когда они спорили, то младший браман сказал, что ты не божество, а Кришна, я уверен в этом. Это случай с Сакши Гопалом, что этот старший браман, он хороший преданный, но его преданные, его эти родственники, они все против его, него, и, пожалуйста, можешь ли ты пойти к ним, чтобы ты был свидетелем, и поэтому нужно пойти доказать, поскольку он, это старший браман, он пообещал выдать свою дочь за меня и вот при тебе, и поэтому нужно тебе пойти и быть свидетелем. И Гопал сказал, ну, божества обычно не ходят. Ты... Но этот брама сказал, что если божества говорят, то и ходить тоже могут. Поэтому давай собирайся и пойдем. То есть, если ты мне сказал, что ты не можешь говорить, то должен идти. Но... Ну, Гопал сказал, что ты, ну, сначала ты должен что-то приготовить для меня, и условия должны быть, и когда я могу идти за тобой, но ты не имеешь права оборачиваться. Если обернешься, то все. И вот они договорились таким образом, чтобы он не оборачивался, не смотрел на то, как идет Гопал. Why you say I have never seen a Krishna?
И вот так, если спросят нас, видели ли мы Кришну, то мы, видели, мы должны сказать, что видели, поскольку божества мы видели, а божества не отличны от Кришны, согласно шастрам и словам Гурудева, но мы, если в это даже не верим, то Кришну мы так или иначе видели. И насчет Харинама, что вы можете обрести от Садгуру, если вы разумные, вы должны думать, что мы можем обрести от моего Гурудева. Если вы не получите знания о вашей взаимосвязи с Верховным Господом, то тогда у вас не будет никаких отношений с Кришной, поскольку если с помощью вашей дикши вы не можете развить отношения, связь с Самбандху. Какая же наша связь Гурудева с Кришной? Какая же связь Кришны с Майей? Какие же отношения Майи и меня? What is my relation with these all jivas? Last chapter, if I go on speaking, it will take years. Это может годы занять, если я буду обсуждать это. Если у нас нет знания о наших взаимоотношениях с Верховным Господом, у нас не развивается это сабандха гьяна, как же тогда можно ожидать, что мы будем совершать баджан? И вот Виграха, вот согласно этой шлоке, Виграха – это не божество, это само Кришна, никто иной, как Кришна. Я знаю Джайдев Госвами и вся наша Гурварга, они знают это наверняка, что это не божество, а Кришна. То есть Кришна, божество не отлично от Кришны, это одно из оскорблений, если мы не верим в это. Кришна наме, Кришна сарупе, бхакте. Those who are devoting. Следующее это оскорбление в адрес преданных Кришны. Они должны относиться к преданным как к внешним формам, как к мужчинам, к женщинам и к остальным. Вы получите сильное наказание в будущем. Вы не должны видеть эту внешнюю форму. Даже можно оставить баджан из-за этого. Big problem. И поэтому преданные бхакты, бхакта значит бхакта, то есть преданные значит преданные, нет у них таких, ну как Гангамата такого, они, например, женщины, ну и что? И в этом отношении я могу привести пример. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, я вернусь к этой лиле позже, сегодня тема как проповедовать, что, какая же цель Гаудия миссии. На самом деле, когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал звук услышал песню Гиты Говинду, и когда Говинда сказал ему, что эта женщина поет, тогда Махапрабху остановился и сказал: «О, Говинда, ты спас мою жизнь. Сегодня я убежал, чтобы обнять эту, того, кто поет. Я не знал, откуда этот звук исходит. И ты сказал, что эта женщина поет, Матаджи». Гита Говинду, это прекрасный киртан. И опять же, тот же Махапрабху, когда он смотрел на Джаганатха, он был перед Джаганатхом за Гарудой. Одна Матаджи, она залезла на его плечи, на плечи Махапрабху и смотрела на Джаганатха. Она наступила на Махапрабху, одной ногой на Махапрабху, другой держалась за Гаруду, и преданные увидели, начали возмущаться, как на самого Господа наступило. А Махапрабху сказал, что не волнуйтесь, я хочу развить такое желание, такое чувство к Джаганатху, как у нее, пускай она смотрит. Не беспокойте ее. И смотрите, если я спрошу вас, как это можно все привести в гармонию между этими двумя случаями.
Когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что вы спасли мою жизнь, я, иначе если бы я прикоснулся к этой женщине, я потерял бы саньяс. И теперь тот же Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что она великая преданная, она хочет видеть Джаганатха, и я хочу развить такое же чувство, как у нее. Пускай она смотрит, не беспокойте ее. И я хочу получить ответ от вас, что вы можете сказать. То же самое. Что я говорил, и какой же ответ? Не должно быть никакой чувства духа наслаждения, не должно быть. Это суть этих примеров. И Нитянанда Прабху, он ходит от двери к двери. И я возвращаюсь к главной сиддханте Гаудия Бхаджана. Какова же она? Относительно Дама Парикрама я так много говорил, вы помните. Но я недоволен полностью, я хочу больше сказать, но времени мало. Вы можете вспомнить, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он совершил баджан там, на Гудрум-двипе, на Сурабхи-кунджи. Вы можете помнить, что Шрила Бхактивинода Тхакура совершал баджан на Сурабхи-кунджи. И он получил наставление от Шивджи Махараджа. Шрила Бхактивинода Тхакура, он хотел отправиться во Вриндаван, чтобы совершать баджан. Но Шивджи Махарадж сказал, почему? Спросил, почему ты хочешь отправиться во Вриндаван? Why you like to go to Vrindavan? Near your house there is one Vrindavan. Рядом с твоим домом сам Вриндаван. That is Gupta Vrindavan. Это Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Secret Vrindavan is this Navadvip. Why you are taking trouble to go to Vrindavan? You think you can get? Отправиться так далеко, и твоя обязанность совершить какое-то служение даме, ты должен открыть ее, проявить в эту кали-югу, что самое высшее из аватарии Гауранга Махапрабху явился там, ты должен отправиться и совершить какое-то служение для этой дамы. И Гауранга Махапрабху тоже дал наставление в Сурабхи-кунджи. И после этого, вечером, когда Шрила Бхактивинода Тхакур совершал намбаджан на том берегу Сарасвати, он увидел какое-то сияние, великое сияние. Откуда это исходит это сияние, этот свет? Шрила Бхактивинода Тхакур не мог понять. Каждый день он видел это. Утром, то есть он вечером и ночью это видел, а утром оно куда-то пропадало. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур принял решение поехать туда и найти причину, стоящую за этим. И все мусульмане, которые там жили, они сказали, что это место, ну, Шрила Бхактивинода Тхакур определил это место, откуда исходит свет. И мусульмане, старики, они сказали, что это прекрасное место, мы не знаем почему, но смотри, если тут что-то посадить, растут туласи. То есть не важно, что они сажали, но одни туласи растут. И мы не знаем, в чем проблема, но так или иначе это происходит. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур, он понял, что там. И в то же самое время Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж пришел по наставлению Гора Хари. И вот он пришел в то место и подтвердил, что это то самое место явления Махапрабху. В своем возрасте, в 125 лет, у него ходить не было даже способности, и он начал танцевать. Подобно ветру, он начал очень высоко прыгать на этом месте, на 5-10 футов. Шрила Бхактивинода Тхакур очень удивился, видя это, что Бабаджи Махарадж не может танцевать, а точнее не может ходить, а танцует подобно спортсмену. И он подтвердил, что это то самое место, где явился Махапрабху.
И после этого Шрила Бхакти Тхакур, поскольку в то время Шрила Бхакти Тхакур, он работал в правительстве, он был типа губернатора, и английское правительство ему очень доверяло, и он занял все археологические департаменты в изучении этого места. И после этого они нашли Атокшаджа Вишну Виграху в земле. И после этого Шрила Бхакти Тхакур осознал, что это те божества, которым поклонился Джагнат Мишра Шачима. То есть это то самое место, эти конкретные божества, которым они поклонялись. И вот тот Атокшаджа Вишну Виграха, он принял форму Горухари. Горухари явился. Что я хочу сказать, что тот Виграха, то есть он уже был там в нем, поскольку Гауранга Махапрабху он аватари, то есть тот, из кого исходят все аватары. И то же самое случилось с Дашарат Махараджем. Дашарат Махарадж, он поклонялся Рамачандре долгое-долгое время. И вот он поклонялся Виграхе Рамачандре, и после этого Рамачандра явился. So why you cannot see и почему this way, вы не можете видеть так же, что Атокшаджа Виграха, она не отлична от Гауранги, то есть ей поклонялись, и она явилась как Гауранга Махапрабху, это то самое конкретное божество. То есть то божество, которым поклонялся Дашаратха, она у Мадхвачари в Урупе. Там также Гопал есть из Гупичандан, из Мадхвачари. И Мадхвачари, он поклонялся обоим Рамачандре и Балгупалу, которого он в Чандане нашел. И эти два божества там. И какую же сиддханту можно из этого вывести? Кто Рама, кто Кришна, он же Гура. И вы должны думать таким образом, что Мадхвачарья внутри своего сердца. И поэтому Мадхвендапури, он получил то же самое, поскольку Даршана Мадхвачарья, что кто Рама, то есть Рама и Кришна, они не отличны друг от друга, хотя относительно Расататва это не совсем так, но когда Махапрабху явился, он это все прояснил, но так или иначе, суть была та, что кто Рама, Кришна и Гауранга, они все едины. И внутри храма Джаганатха можно найти Виграху Рама, Кришна и Гауранги. И киртан есть. И вот очень редко поют этот киртан. То есть нам нужно петь, поскольку без киртанов мы не станем, не можем стать успешными. То есть просто запоминать шлоки, этого мало. И вот смотрите, Мадхвачарья, то божество. И вот суть в том, что Шрила Бхакти Тхакур открыл то конкретное место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Он совершал баджан в Гадрум-двипе. Из этой Гадрум-двипы он увидел, что некое сияние исходит из Майпура. Я имею в виду из Гадрума. Шрила Бхакти Тхакур отправился туда и открыл место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Каково же сиддханта? Что мы из этого получаем? Что с помощью санкиртана можно
Without sankirtan, because Advaita Goswami also, с помощью санкиртана можно призвать Нитьянанда Прабху, и он Горангу Махапрабху, и он явится. Понимаете, то смотрите, Годрумдвиха это то место, в котором вы можете совершать санкиртану. Это он олицетворяет собой санкиртану. И через санкиртан можно открыть Горангу для себя. И через санкиртан можно осознать Горангу Махапрабху. Если я хочу доказать из Веданты, я тоже могу привести много примеров, но много людей не смогут понять этого. Ну, и в следующие дни я могу из Веданты еще привести примеров. And I can prove that through Sankirtan only you can get the transcendental, you can know the transcendental feature of Goranga. То есть через санкиртан можно узнать о трансцендентных качествах Гауранги, поскольку санкиртан значит мы слушаем, это значит слушание и памятование. Смарана санкиртан, тот, кто совершает совершенный санкиртан, это значит, что мы, у нас есть возможность также слушать, как мы совершаем санкиртан, и через этот санкиртан, это естественно, что мы помним. Если ваш санкиртан не дает вам возможности помнить, то ваш санкиртан бесполезен. Санкиртан с помощью санкиртана мы можем повторять и помнить, и если нет связи с Кришной, как мы можем совершать санкиртан, если мы не помним о Кришне в это время? А если ваш санкиртан, ну, то есть это все связано с Шраваном, Киртаном и Смараном. То есть это все три вещи, они взаимосвязаны. И в санкиртан мы всех совершаем. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад, он хотел это нам сказать снова и снова, но мы не смогли это понять. Шрила Прабхупад говорил это до самого последнего момента своей жизни. Try to get this Siddhanta. Then you can go ahead, otherwise no chance. То есть пытайтесь осознать его слова, и тогда мы сможем продвигаться в баджане. Что значит эти слова? Some foolish people, they wanted to speak this way. Какие-то глупые люди не объясняют, что это значит, что когда санкиртан совершенен, то тогда можно отправиться в уединенное место и совершать уединенный баджан. Но нет, это глупо. Почему? Шрила Прабхупад так не говорит. Что хочет сказать Шрила Прабхупад? Что когда вы совершаете санкиртан, совершенным образом, совершенный санкиртан, через этот санкиртан, если Чайтанья Махапрабху доволен вами, то автоматически у вас будет памятование, настоящее памятование, и это правило, установленное Шри Гуранга Махапрабху, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Такурам, что вы должны совершать санкиртан непрерывно. Я имею в виду, это значит, когда вы совершаете санкиртан, только тогда это возможно быть в соприкосновении с Верховным Господом, думать, осознавать Верховного Господа, и согласно Гауди Сиддханте, только тогда у нас есть возможность для Нирджан Бхаджана, для уединенного Бхаджана. Шрила Кеша Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад, они приводят такой Сиддханту, Нирджан Нирджан Баджан, уединенный Баджан. Что значит? Помните об этом и никогда не забывайте. Нирджан Баджан значит избавиться от дурного общения. Это значит, это не значит, что вы должны уйти из дома, бросить жену, семью и уйти куда-то. Нет, это не так. Это неправильно. Такого не говорится. Я могу вернуться к Бхагавад Сиддханте, к той шлоке, с которой я начал.
понимаете, Шрила Кеша Госвамирад, Шрила Прабхупад, они дают нам такую сиддханту. Избегать дурного общения, это и есть нирджан баджан. Это не просто уйти куда-то в лес и повторять харинам, этого мало. Нирджан баджан значит, согласно Шрила Прабхупаде, это... If I am not feeling any disturbance among all those foreign devotees, what problem is there? If I, why should I go to forest? I am in Vrindavan, I am in Gaurdham, I am in forest. То есть, если я Nijan Bhajan, when I'm speaking Harikatha. Говорю Харикатху, я чувствую. Now actually no other, you know, thoughts can come. То есть, когда к нам не приходит. There is no chance. Во время санкиртана не приходят никакие материальные мысли, никакие материальные вещи. Это есть нирджан баджан. Как, например, я когда говорю харикатху и дальше самое время думаю о Верховном Господе, то есть это есть мой нирджан баджан. Если я потеряю связь с Верховным Господом, то тогда уже не могу говорить сиддханту. Prabhupada want to speak, Shrila Prabhupada want to speak, Gaurang Mahaprabhu want to speak. When you are doing sankirtan, наша Гурага говорит нам, когда мы совершаем беспрерывный санкиртан, только тогда мы можем чувствовать, что мы совершаем нирджан баджан, то есть мы избавились от дурного общения. То есть это наивысшая сиддханта Гауди. То есть те, кто не чувствует эту сиддханту, они не настоящие Гауди. Поскольку они не следуют наставлению Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. И то же самое. This loka, which I started with, которой я начал. Vayam pramattasya paneshu apishat yataha sa aste sahasata patnya jitendriyasva atmaratir buddhasya grihastramaha kinnu karatya patnya. What disturbance you can feel inside home? Беспокойство в доме. Who is going to disturb you? Какие проблемы в доме? Кто вас будет беспокоить? Only your Gurudev. Только ваш Гурудев, какой бы, ну, гуру, кто Гурудев, ваш ум, может только беспокоить вас в вашем баджане. Но мы думаем, что какие-то посторонние люди беспокоят нас. Но на самом деле, кроме нашего беспокойного ума, никто нас не беспокоит. То есть мы сами виноваты в том, что находимся в какой-то определенной позиции, определенном положении. То есть никто не виноват в нашем положении. Также Друга Махараджа, его мать говорит, ты не думаешь, что твоя мать, она против тебя, она твоя, поскольку ты получаешь то же самое отношение, как ты относился в прошлом к другим, и ты результаты этого получаешь сейчас. What you have done in past, that you are getting at present. То есть, что ты делал раньше, сейчас получаешь плоды этого, и кто же виноват? Whom to blame? Nobody to blame. Никто не виноват в том, что происходит с нами. И еще пример, когда Приябрата и Утанпад, два брата Ману Махараджа, они сыновья Ману Махараджа. Ману Махараджа son. They are two brothers. I mean, two sons. Each one, И вот Приябрата и Утанпад. Приябрата старше, но Утанпад. Он должен был занять трон царя, поскольку старший брат хотел совершать баджан и отречься от царства. И вот Нарада пришел и сказал, что я дам тебе совет, сиди и слушай. И вот гуру дал ему наставление, и он развил очень сильное отречение к материальному миру. И в то
И в то же время Ману Махарадж он просил его о Масинг. На самом деле, мой отец Брама, он дал мне наставление. И Брама, мой отец, он получил это наставление от Кришны, и мы вынуждены следовать ему, Кришне. И поэтому я совершаю. Я выполняю обязанность царя и прочее, и сейчас я стар, и твоя обязанность занять мое место и править царством. Нет, я не могу. Я хочу отправиться в лес. Что не следовал воле отца, и Нарада дал ему наставление. И в то же самое время Брама с Ману Махараджем они снизошли на его лебеди Брама. И вот Брама спустился, вот Сатьялоки, Брамалоки, Джаналоки, и на Малаячал Парвати. И вот они смотрят, откуда это сияние исходит. О, сам Брама снизошел. О, мой отец, и он поклонился, пришел своим, и он принес свои полные распростертые поклоны Браме. И сказал: «О, мой сын, я благословляю тебя, садись и слушай, у меня есть наставление для тебя». И тогда Брама, он начал давать наставление Приеврате: «Приеврата, смотри, ты должен успокоиться и подумать снова и снова то, что я хочу тебе сказать. Ты должен размышлять над этим снова и снова». И что же это? Я знаю, ты хочешь уйти в лес, и ты думаешь, что если отправишься в лес, можешь спастись? Поскольку любая обусловленная душа отправляется в лес, она отправляется в лес вместе с шестью врагами. Кама, Кродха, Лобха. И вот эти все шесть врагов. If one man have so many wives, six wives, that man cannot get control over his wife. It's big problem. То есть если у одного человека шесть жен, то ему тяжело всех их контролировать. И таким образом эти шесть органов, шесть этих пороков, они даже если уйти в лес, они будут нас беспокоить, поскольку наш ум тоже отправляется с нами. Ум нельзя просто взять и оставить. Ум, и этот ум, он обусловленный ум. И твой ум, он не освобожденный, он оскверненный, твой ум. И поэтому вот психологи даже говорят, что ваш ум, что нельзя избавиться от мысли, ум не может быть пустым. Так или иначе, какие-то мысли в подвешенном состоянии, они могут быть там. Но подобно тому, как в комнате, в воздухе всегда какие-то частички пыли, тысячи, десятки тысяч, если под микроскопом рассмотреть. Еще даже можно просто без микроскопа, когда луч солнца проходит через комнату, то видно множество пыли в подвешенном состоянии. И также этот материальный мир, в нем все подобно пыли. То есть во все эти вселенные, они так подвешены, подобно пыли в воздухе. И все материальные мысли, они также в вашем уме. Вы можете достичь успеха через йогу какое-то время, но опять очень легко упасть, поскольку через йогу нельзя гарантировать, что вы станете успешными. Только через бхакти. И если у вас есть бхакти, через бхакти можно стать успешными. Через йоги много, через йогу много йогов совершают йогу тысячи и тысячи лет, но они падают. Поскольку они не служат лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, они избегают этого служения. И поэтому Брама говорит в этой шлоке:
о Верховный Господь, они возвышаются выше и выше, и после этого они опять падают, поскольку они не хотят служить твоим лотосным стопам. А для тех преданных, они всегда пытаются совершить какое-то служение для Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. Всегда. И поэтому они преданы. Но йоги, конечно, бхакти есть в них, поскольку без бхакти, как, например, вы готовите, вы должны соль добавить. Без соли ваша готовка не совершенна. И поэтому говорится, любую йогу, какую бы вы ни практиковали, без нету там даже немножко бхакти, то есть вы не станете успешными. То есть даже хотя бы немножко, но бхакти должно быть. И без этого бхакти вы не получите никакого результата. Хотя бхакти может быть нестабильнее, несовершенное, но должно быть. Но когда вы отправляетесь в лес, то можно отправиться в лес, как Джада Бхарат. Он отправился в лес, он как практически стал успешным, но не 100% и под влиянием Махамайи, Йогамайи, он упал в майю. Однажды он совершал баджан в реке Гандаки в 4 утра. Совершал баджан превосходным образом, и в то же самое время он услышал звук тигра. И увидел, что оленика, она прыгнула в воду из страха, и внутри ее чрева был олененок, и он родился так, она из-за разрыва сердца умерла, и по течением воды ее снесло, и этот олененок, он тоже, его несло течением по реке, и поскольку это горная река была с сильным течением, Бараджи Махарадж, вот этот Бхарат Махарадж, он быстро поплыл и схватил этого олененка. Он думал, это моя обязанность спасти его, и после этого Майя, она схватила его и выкинула с пути баджана. Понимаете? Это значит, его ум не был совершенен в то время. Not totally free of matter is not possible. То есть полностью освободиться от материи это практически невозможно. Если это даже возможно, но все равно можно упасть, поскольку этот йоги, они становятся успешными иногда и опять падают, поскольку они не заинтересованы в служении Кришне. Великие йоги, как Васиштха Муни и прочие, они, Ришабхадев, giving some instruction, I can discuss this point. Его наставление мы дальше обсудим. Big problem. So, Brahma, what и вот Брахма, что Брахма хотел сказать, о мой сын, ты можешь отправиться в лес, но твой ум, он при тебе. You are going to carry your mind ты with you? Ум свой понесешь с собой в лес, и в лесу, там тоже те же самые проблемы, поскольку твой ум, он не находится под твоим контролем. Джитендрия, те, кто контролирует свои органы чувств, для них, если их ум находится под их контролем, то что плохого, если они живут в этом обществе, поскольку нет проблем? То есть нет никаких проблем, поскольку их органы чувств, они совершенны. И в то же самое время наша Гурвага, Шивас Пандит, они совершают самсару внешне, имеется в виду. Они ведут семейную жизнь, но они, эта жизнь очень возвышена. Но мы забываем об этом, мы не можем понять, хотим прыгнуть в огонь. Почему Гуранга Махапрабху говорит Рагхунатх Дас Госвами, что я хочу получить ответ от тебя? Почему Гуранга Махапрабху спрашивает Рагхунатха, Рагхунатх, не пытайся, не спеши, иди домой.
иди домой. Why? Почему? Поскольку сам Махапрабху говорит так. Он говорит, вот, Рагунат, иди домой. Ты хочешь просто перепрыгнуть через ступень, но нет, сначала разве не привязанность в своем сердце, для этого нужно бхакти. Иначе у нас какое-то чувство неприязни может возникнуть, а нужно избавиться от привязанности и неприязни. То есть просто отправить, совершать какое-то уединенное бхаджан, этого мало. That's why Brahma speaking. Поэтому Брахма говорит, о, мой сын, слушай. Bhayam Brahma Pramatyasya Vanishu Pisha. Те, кто сумасшедшие, ну, то есть те, кто руководствуются своим беспокойным умом, они подобны сумасшедшим. Они не могут принять настоящего садгуру. Те сумасшедшие, которые не могут контролировать свои органы чувств, если они отправятся в лес, то есть то же самое с ними случится, и поэтому лучше живи в этом материальном обществе, пытайся контролировать свои органы чувств, и ты в конце концов победишь. Как? Вишванатха Чакраватипад приводит пример. Какой же пример? Он говорит, например, какой-то враг напал на ваше царство, а вы царь. Но у вас нет времени пойти сражаться с ним. Но они быстро приходят без всякого предупреждения, и ваши обязанности. Нужно тогда переместиться в крепость, и из этой крепости уже можно обороняться и как-то стрелять в этого врага. И в то же самое время, например, если 24 часа разделить на 8 часов, на 3, точнее, если у вас есть какая-то армия, если там достаточно людей, они могут 8-часовую смену нести, то есть одни сражаются, другие отдыхают, третьи спят. То есть внутри форта такого, крепости можно все удобства получить. И вот Вишна Чакравати говорит, что внутри такой крепости you can take rest 8 hours again, 8 hours some у вас есть больше возможностей, поскольку кто-то может вам помочь в вашей борьбе, в вашей обороне. Take rest, medicine, this, that. This is the facility you can stay, you can get inside this kind of room. Where all Vaishnav coming, where all devotees are singing, this is найти там, где собираются вайшнавы, совершают киртан, обсуждают харикатху. И вот в киртане Шрила Бхактивинода Такура вот говорятся эти строки, эти слова, когда мы находим что бхаджан, все вайшнавы приходят, совершают киртан в вашем доме, то там сама Галука сияет. Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж даже в свои последние годы он выражал крайнее смирение. Он говорил, я не понимаю, что такое бхаджан. Я не понимаю, что такое бхаджан. Но я знаю, по милости моего Гурудева, что те, кто совершает бхаджан, если я могу помочь им что-то сделать для них, я думаю, это мой бхаджан, поскольку я сам не понимаю, что такое бхаджан. Смотрите, насколько велико смирение Шрилы Бхакти Валабхтирти Госвами Махараджа. Он никогда не хотел доказать кому-то, что он чистый преданный, и поэтому он чистый преданный, он никогда не стремился к уважению, и поэтому он настоящий вайшнав.
И вот его чувство таково, что я не понимаю, что такое баджан. Но я знаю, если я буду помогать тем, кто совершает баджан, это есть мой баджан. Он говорил так. Он ачарья. Он совершает санкиртану. Я совершаю санкиртану под милостью Гурудева. Те, кто совершает непосредственную санкиртан ягью, и те, кто помогает им, поскольку согласно этой шлоке, так или иначе, прямо или косвенно, те, кто помогает для санкиртана яги, они все возвышенные души. Может, он сам не может совершать санкиртан, но может вам помочь совершить санкиртан. И вы должны уважать их. Вы должны предлагать свои поклоны им, поскольку они дают вам возможность. Джайдева Госвами клонится Падмавати. Он говорит о себе как Джайдев Госвами. Я слуга моей жены. Можно думать, что она моя жена, но она великая преданная. Джайдев Госвами. И таким образом я могу доказать, что те, кто совершает баджан, они никогда не When you can got плохо. Initiation, how you got initiation, как вы получили what kind of feeling you got, посвящение, когда получили посвящение, какое чувство получили, получая посвящение. Можете ли вы ответить на это, какое чувство вы получили после его время получения дикши? Можете ли вы рассказать мне, поскольку ситуация, которая происходит, это очень плохо, то, что происходит. Я плачу внутри моего сердца. Я не могу найти то ситуацию, с помощью которой все могут совершать санкиртану под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Можете ли вы совершать киртан? Можете ли вы дать мне возможность? Я плачу день и ночь. То есть никто не помогает мне. Я беспомощен. Я один. Rajastama prakatayo samasila bhajanti boi. Boi? Rajastama prakatayo samasila bhajanti boi. What does it mean? Что значит это шлока? Rajastama prakatayo samasila bhajanti boi. Mean? Birds of same feather flocks together. Вот это значит, что птицы одной породы, они летают вместе. That is there in this shloka. И в этой шлоке говорится, they have their own state, что у них, so they can invite, they can give honor, they can understand, they can. Ну, то есть мы, в общем, суть в том, чтобы мы должны общаться с теми, кто примерно нашего уровня. Not alone, my Guruvarga is there always with me, always with me. То есть моя Гурварга, она всегда находится со мной. Гурварга, она всегда со мной. Я сижу на Вьясасане и говорю это, иначе откуда я получу силу? Понимаете то, что я говорю? И вот люди могут ну, то есть люди хотят найти единомышленников. То есть меня в качестве единомышленника очень редко кто-то находит, поскольку я говорю о Шри Бхактивинода Тхакуре, о Шри Прабхупаде, я не льщу никому. И вот сейчас, какова же Сиддханта Прахлад Махараджа? Что те, кто отправляются в лес совершать баджан. Маунам чаранти вижанина парартамишта
Наритана бихайо кипанана бимукша еко, наньям тада сасаранам брахматану пасе. И вот это то, что произнес Прахлад Махарадж. Много и много муни и риши, они хотят отправиться в лес для своего собственного блага, но я не настолько глуп, что я хочу стремиться к моему личному, к личной выгоде. Мое сердце на более свободное. Прахлад Махарадж говорит, что если вы хотите, хочешь меня как-то благословить, благослови так, чтобы все эти обусловленные души, они спастись, они смогли спастись. Ты, Нрисимхадев, ты самый могущественный. Ты можешь помочь им, поскольку они не получают никакой поддержки. Ты единственная надежда и поддержка. Если ты любишь меня, то благослови их. И также Радхарани говорит, что Кришна, он подобен сумасшедшему льву, сумасшедшему этому слону. И Радхарани, она хватает его и говорит, что он должен благословить его того и того. Радхарани, она настолько сильна, что никто не может контролировать Кришну. Кришна, он подобен сумасшедшему слону, но только Радхарани, она может как-то повлиять на него. Поскольку Радхарани – это гуру. It is written, I'm not joking, you see? Я не шучу. Радхикар прем гуру. Это в шастрах описывается, что Радхика – это… На бенгале говорится, что Радхика – это гуру для меня. Если Радхарани хочет, чтобы я танцевал, я буду танцевать. Радхарани повелевает меня, контролирует меня всегда. Все время. Непрерывно. Радхарани она заставляет танцевать самого Кришну. Поскольку без Радхарани Кришна не может быть, поскольку Радхарани это гуру Кришна. То есть Радхарани это гуру даже самого Шри Кришны. Кришна, почему Нишкинчан? Поскольку лотосные стопы Радхарани в его сердце, это его единственное сокровище, поэтому Нишкинчан. И мы, Гаудии, мы должны понять это. Я сказал насчет аппарат, насчет оскорбления относительно Кришнанамы, Кришна Сварупа, формы Кришны, бхакт, преданных Кришне. Вы кого-то ненавидите, избегаете кого-то. Это тоже оскорбление. Вы не хотите исполнять свои обязанности. Вы должны совершать свои обязанности. Поскольку без ваших обязанностей вы не сможете стать успешными. Имейте в виду баджан совершать. Я могу шлоку из Гиты привести. Кришна говорит, что не пытайтесь одурачить тех обычных людей. То есть ты должен говорить им согласно их адхикару, их уровню понимания. Кришна говорит в Гите такие слова. То есть нужно говорить людям до того уровня, до которого они могут понять. То есть если им говорить что-то слишком высоко, они не поймут или неправильно поймут. То есть постепенно они могут дойти до этого. То есть если у нас нет стабильности, как мы можем надеяться, что мы будем совершать баджан в будущем? И вот Мадхава-госвами Махарадж, однажды к нему какой-то богатый марвари пришел. Он приехал в Калькутту, и он пришел утром, смотрит Махарадж, что-то говорит Харикатху, днем пришел, опять он Харикатху говорит, после обеда пришел, вечером пришел, опять смотрит, он говорит Харикатху, и однажды пришел к нему, поклонился и спросил: «О, Махарадж, вы когда баджан совершаете, вы всегда говорите, то есть когда бы я не приходил, вы говорите, когда же баджан совершаете?»
Мадхав Госвами спросил, что ты имеешь в виду под Баджаном? Ты что думаешь, закрыться внутри комнаты, это значит Баджан? Я говорю Харикатху. Это мой совершенный Баджан. И вот Мадхав Госвами Махарадж, он великий проповедник, он повторил Харинам ночью. И в то время он писал письма. И однажды он написал 15-20 писем преданным. В то время не было телефонов, чтобы ответить. И после этого он совершал харинам. Он иногда час спал, иногда два, иногда вообще не спал. У вайшнавов есть такие признаки. Система, по которой они совершают баджан. И согласно этому можно понять, кто есть вайшнав. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане, что они хотят спасти всех обусловленных душ. Вот эти строки, но мы не следуем им. Где ваше сострадание к Джива? У вас нет милости. Ваше... То есть у нас нет сострадания к живым существам. Если мы ненавидим кого-то, кто тот за то, что там мужчина, за то, что женщина, кто-то беспокоит нас, кто же нас беспокоит? Никто не беспокоит нас. Это нехорошо. И вот смотрите, сейчас заведу, завтра я буду это более подробно говорить, и после этого я покажу, как Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать нам это сокровище. Шри Чайтанья Махапрабху через санкиртан. Нирджан Баджа значит избавиться от всех, от всего дурного общения. И я сейчас в Нирджан Баджане, я говорю Харикатху перед вами. На 100% я в Нирджан Баджане, поскольку мой ум, он не прикасается ни к чему, только Харикатху. Только к Харикатхе, и поэтому можно сказать, что я совершаю Нирджан Баджан. И вот, когда Шрила Прабхупада писал, я говорил вам, вы должны читать вот эту поэму, написанную Шрилой Прабхупадом, Прабхупадой, кто вайшнав, ке вайшнав. И тогда можно получить милость Шрилы Прабхупады. Вы должны читать. О том, кто есть вайшнав, вы должны совершать киртан, не закрывайте перед всеми преданными, внутри вашего дома, то есть вы должны все вместе читать читание Бхагавату, читание Чайтанья, читание Бхагавату. Шри Чайтанья Махапрабху дал это наставление, но не все следуют ему. Когда вы находитесь дома вместе со всеми преданными, вы должны сидеть в одном месте, совершать киртан и читать Священное Писание, но мы не делаем и думаем, что мы великие преданные. Если вы не хотите помочь себе сами, то кто же вам поможет? Вначале вы должны следовать всем наставлениям. Вы должны доказать, что вы достигли того какого-то определенного уровня, и тогда я дальше могу говорить. Мы должны осознать, переварить то, что услышали через баджан. И вот преданные и все остальные. Also, you can commit upar. Тоже можно совершить оскорбление в их адрес. Что те, кто не преданы Кришне, он внутри сердца все же пребывает. И вайшнава дхарма такова, что телом, умом и речью нельзя приносить беспокойство каким-то живым существам. У нас нет права. Speaking in front of Parvati Devi. Шанкар Бхагаван говорит Парвати Деви. И Парвати говорит, о мой муж, нужно пойти на ягью,
что там, но Шива говорит, нет, мы не пойдем. Почему? Поскольку твой отец, он ненавидит меня. Ну, все равно давай пойдем, поскольку дом отца друга Гурудева, можно ходить без приглашения, да, я знаю. Но все же. They are throwing missile one by one. Missile of speech, strong word. Но когда они бросаются оскорблениями, then it is то очень плохо это. They are unnecessarily, they are developing this, и без всякой нужды они развивают чувство ненависти, неприязни. Шанкара Бхагаван говорит, без какой-либо причины он развил это ненависть ко мне. Я ничего плохого не сделал. Now it is written, вот, говорится, that что тот, if somebody put knife on my hand by here, blood coming, поранил нас ножом, и кровь течет, но какой-то аюрведический доктор может нас излечить, и мы сможем как-то избавиться от этого. А если кто-то throw missile of strong word, if there is one, ну, а если кто-то говорит нам очень жесткие слова, они могут ранить наше сердце этими жесткими словами, и тогда это уже сложнее. То есть, если кто-то нас бросает в нас какие-то оскорбительные слова, это более тяжело, поскольку тот человек не может так просто избавиться от этого, от этих оскорблений. In Muslim word, Urdu, jarahatu siyam el haltiyamu. If somebody making, with knife making some injury, but inside my heart, if there if make injury by your strong missile of word of missile, there is that injury somehow I cannot get rid of. Ну еще в какой-то вот мусульманской поговорке говорится, что ранить человека словами можно больше, чем ножом. И поэтому мы должны определить, в какой ситуации мы находимся. I know all devotees, they are coming. You must think they are not ordinary men. И то есть те, кто организуют харикатху, те, кто приходят на харикатху, мы не должны думать о них как об обычных людях. В Бхагаватам говорится, even you cannot sing the glories of Bhagavatam, still if you are supporting, still you are going to get kripa. То есть, если вы даже не можете воспеть славу Бхагаватам, но если организуете, помогаете, как-то приглашаете людей на чтение Бхагаватам, то вы обретете благо. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, те, кто читает Чайтанья-чаритамриту, те, кто слушает Чайтанья Чайтамриту, он всем предлагает свои поклоны лотосным стопам всех преданных, кто слушает и читает Чайтанья Чайтамриту. И как я могу говорить так? Когда сам Кришнадас Кавирадж Госвами Кастури Манджари, он говорит, что те, кто читают Чайтанья Чайтамриту, те, кто слушает Чайтанья Чайтамриту, я всем предлагаю свои поклоны. И всем этим преданным я предлагаю свои поклоны. И кто тогда я? Я могу думать о себе как о каком-то большом слоне, но нет, я должен думать, что все они мои гуру, они дают мне возможность совершать баджан. Шрила Прабхупада говорит, что на день своего явления Шрила Прабхупада говорит, что все, кто находится передо мной, они все мои гуру. Они все мои гуру, они ученики, они всегда дают мне возможность
воспевать славу Кришны, поскольку я обусловленная душа, и они помогают мне. Я тоже думаю таким образом, никогда не думаю, что я гуру, это вы гуру, вы даете мне возможность воспеть славу Кришны. И поэтому у меня сейчас есть возможность совершать Харибаджан. Если у кого-то есть сомнения, какие-то вопросы, если вы не верите мне, вы можете поделиться со мной, и я попытаюсь помочь вам. So, Jivedaya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. Jivedaya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. A Vaishnav is a symptom of Vaishnav. Какой же признак Вайшнава? Он хочет спасти всех. У него нет никакой вражды. Может, Горкишава Дасбаваджи Махарадж, чтобы защитить свою баджану, он как-то уходит, но это другое. Но он всегда хочет сделать какое-то благо для других. Кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, кто Вайшнав, кто саду. И одним словом мы хотим услышать. Шрила Прабхупада сказал, слушайте, тот, кто всегда занят тем, что делает что-то для саду, для гуру, для Вайшнава, для нама, для Бхагавана, он саду, правильно? He always wants to do something. А не просто закрыться где-то и совершать какой-то уединенный баджан. И поэтому Джагнат Дасбаваджи Махарадж своим Севакам сказал, у вас нет права повторить Харинаму, идите, поливайте овощи в огороде, вы должны поливать эти растения, они нуждаются в вашей помощи, и они пошли жаловаться Бхактивану Такуру, что мы пришли к Бабаджи Махараджу, чтобы совершать Харинаму, он говорит, что у нас нет права совершать Харинаму, идите поливайте растения в саду. Бхактивану Такуру говорит, правильно, все правильно, говорит, вы должны следовать его наставлению. Что Бабаджи Махарадж сказал, вы должны следовать этому или уходите. В то время Бхактивинода Тхакур был губернатором Кришнанагара. А почему? Поскольку Бабаджи Махарадж знает, если они будут сидеть повторить Харинам, то ум их отвлечется на какие-то посторонние мысли. И поэтому старайтесь делать все согласно вашему Атхикару. Krishna speaking in front of Uddhava. Krishna говорит Удаве. Сесе адикаре жаништха. Сесе адикаре жаништха гунаха парикиртита. Бичат випарджасту доса. According to a level, if you try, уровню, если будете пытаться, то есть тогда это ваше качество, это ваше достоинство. Если вы хотите прыгнуть выше своей головы, это плохо, это зло. Шрила Прабхупада говорил об этом снова и снова. И дальше я тоже буду говорить об этом, что есть наставление Гауранги Махапрабху, какого внутреннее значение. Если приблизитесь к возвышенной душе Гуру Вайшнавам, они могут объяснить. Иначе сами вы можете что-то неправильно понять. If you are hearing, you have question. You should have question. Какие-то вопросы у вас, поскольку сегодня слушаете по-настоящему, то возникают вопросы. Если вопросов нет, то можно сделать вывод, что не слушайте.
Adhikar is very fine thing. His adhikar is different adhikar. My adhikar is different. Your adhikar is different. Say adhikar, separate adhikar. You have one adhikar. If you like to keep that adhikar, then you can fall down. You have one adhikar. У всех разные адхикары, у всех разные способности. Вы должны следовать своим способностям и совершать служение согласно этому. Дальше. I told you that he gave instruction вот to Priyabrata. Narada Muni дал наставление. Actually, in five. Утанпаду, вот Махарадж спрашивает. Someday I can discuss. В пятой части это говорится. I can я могу дальше об этом. Different topics of Bhagavatam. Разные темы Бхагаватам я могу дальше обсудить. И завтра напомните мне, хочу. Example from Vedanta, из Веданты пример привести и постепенно доказать то, что хотел сказать Шри Чайтанья Махапрабху. Я думаю, по вашей милости я должен помнить, но если забуду, напомните.